Крайне обеспокоены неэффективностью расследования убийства Павла Шеремета и в Европарламенте. Евродепутат Ребекка Хармс призвала Украину выполнить свои обещания. А в Международном комитете защиты журналистов напомнили, за год следствие не предъявило никаких результатов. Завтра в Киеве запланирована акция памяти. Организаторы анонсируют шествие от места гибели Шеремета к зданиям СБУ и МВД.